81-летний англичанин Тревор Уин Джонс решил, что делать обычный ремонт в доме слишком скучно, поэтому он переделал свой загородный дом в настоящий дворец. На работу ушло ни много ни мало 30 лет. Участок с одноэтажным домиком в деревне Райсбери он купил в 1966 году. Благодаря таланту и неуемной энергии Тревор превратил свое владение в произведение искусства. В свободное время я люблю заниматься творчеством. Обычно это связано со строительством. Зарабатывать этим не получится, потому что это невыгодно. Но для меня это смысл жизни. У дома шумит вода. Все утопает в зелени. Внутри дворца 7 спален, 6 ванных комнат и 4 гостиных. Каждую комнату мужчина тоже заботливо обставлял сам. Внутреннее убранство выдержано в стиле эпохи Возрождения. Я никогда не видел подобное тому, что сделал, но за вдохновением мне пришлось ехать в Австрию, в Италию, в частности в Венецию. Я был очарован увиденным. Впрочем, заработать на своем доме англичанину все же удастся. Участок выставлен на продажу. Купив землю с домом за 13,5 тысяч фунтов стерлингов, Тревор продает преображенное владение за 4 миллиона.